Полицейские предотвратили массовую драку в Батырском районе республики. На кадр с камер мобильного телефона толпа агрессивно настроенных молодых людей с бейсбольными битами и палками в руках. После появления наряда ППС мужчины бросились в рассыпную. Как стало известно, конфликт начался еще в ночь на субботу. Из-за дамы сердца подрались несколько человек – жители сел Долгий остров и Шигырдан. Спустя почти сутки собралась группа поддержки одного из зачинщиков конфликта – всего 180 человек. Сейчас возбуждено несколько административных дел. Участникам шествия грозят штрафы и административные аресты. Принятыми мерами полицейскими установлен 21 человек, участвующий в потасовке. А в медучреждение за помощью никто не обращался. В ходе разбирательств в отношении 8 человек собраны материалы для привлечения к административной ответственности за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан, повлекшие нарушение общественного порядка. После инцидента проведены массовые проверки. Внимание полицейских привлекли 233 местных жителя. Руководители мусульманской общины назвали произошедшее недопустимым и противоречащим Корану. В свою очередь, поселковые администрации считают, что о религиозной розни речи не идет.